Трамп о проверке своих налогов. Думаю, они сдаются. В США демократы потребовали предоставить им налоговые декларации Трампа за последние 6 лет. Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала CNN заявил, что представители демократической партии запросили детализацию его налоговых выплат за меньший срок, чем обычно, передает Медиаит. Ранее сообщалось, что Комитет Палаты представителей Конгресса США запросил проверку отчислений Трампа налоговому управлению Соединенных Штатов. Когда американского лидера попросили прокомментировать это требование, он сказал, что на этот раз демократы попросили проверить его налоги за последние 6 лет, однако ранее они требовали о детализации выплат за последние 10 лет. «Думаю, они сдаются», — сказал Трамп, отметив, что всегда находится под аудитом из-за своего имени и больших цифр. Напомним, в прошлом году Трамп продал объекты недвижимости на общую сумму около 35 миллионов долларов. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.